мы делаем акцент и как мы работаем. И это, конечно же, wellness. Вы, кстати, слышали, да, сейчас вот последние новости, на складе нет продукции в большей степени, да, и буквально вот сейчас была новость в связи с чем? То есть потребление наших wellness-продуктов, оно настолько пользуется спросом, что компания пытается, не то что пытается, уже не успевает в таких больших объемах производить. И поэтому сейчас начинается как бы модернизация вот всех этих проектов. И буквально вот то, что в Великобритании у нас изготавливается wellness pack, это витамины и омега-3, уже выходит на новый уровень, то есть уже запущен большой проект и уже на пути в Варшаву. Ну вот ждем в 11-м каталоге, чтобы это было уже здесь у нас в России, да, как минимум. Поэтому это показатель того, что наш продукт, он действительно уникальный, с ним мы молодеем, с ним мы здоровеем, да, и вообще хочу сказать, ну во все времена, во все века во главе угла стояла молодость и красота, да. Всегда люди хотели быть молодыми и здоровыми, и мы понимаем, хотим мы этого или не хотим, то все равно наше тело увядает, стареет, где-то человек осунулся, да, от чего потом происходит, нет желания что-то делать, нет интереса к жизни, да, и вот именно вот с нашим продуктом, и когда люди сейчас видят эти вот результаты, просто масса людей, это просто ажиотаж, они все пошли в Oriflame именно употреблять наши wellness-продукты. Так вот, если, допустим, сейчас молодые люди меня слушают, да, и говорят, я сейчас молодая, я здоровая, полная сил, ребята, настанет и ваше время, и это я убеждена на 100%, что и вам понадобятся те же самые продукты. Помимо всего этого, у нас есть еще уход за кожей лица, это Novage, это отдельная история. Так вот, вообще, хочу отметить, что каждые 5 секунд в 45 странах вообще производится покупка wellness. И мы сейчас видим, какие, да, вот с чем мы столкнулись. Поэтому недооценивать его ни в коем случае нельзя. А какими наградами мы обладаем, какими медалями, какими признаниями, да, во всем мире, а вот именно наше направление wellness и биологически активные добавки. А хочу вот немножечко такую презентацию, которая меня лично вдохновляет и вдохновляет наших людей. И потом, так как я все-таки не медик, да, я не доктор, конечно, я могу провести презентацию по wellness, но я думаю, что для этого есть специалисты, которые грамотно могут это объяснить. Но так как я все-таки с математическим складом ума, я сегодня вам покажу расчеты, четкие расчеты, как снижается цена на нашу продукцию wellness, в том числе Life Plus, и, конечно же, как мы делаем в нашей команде бизнес. Так вот, если у кого-то есть сомнения, да, у наших новичков, у каждого абсолютно в личном кабинете вы можете достать абсолютно на каждый продукт любые сертификаты, показать, конечно же, распечатать, если вы работаете офлайн, чтобы эти все документы у вас с собой были. И что уникально, да, это вот профессор Стив Стен, мы сейчас его видим на экране, это Швеция, это доктор медицинских наук, это кардиолог. И он, я хочу отметить, что у него 4 изобретения, это очень весомые изобретения, и за один из них он получил Нобелевскую премию. Первое – это инструмент механической компрессии сердца. Ну, мы представляем, да, с вами, вот в кино показывают, когда сердце останавливается, скорая приезжает и вот таким током вот его бьют, да, чтобы запустить это сердце. Так вот, есть вот такой вот механизм, как вы видите на первой картинке, и он больше подходит даже для тех людей, у кого большая мышечная масса, то есть пробиться к сердцу сложно. И во многих странах уже вот эта компрессия, она запущена. Будем ждать, когда же до России это тоже дойдет. А препарат, следующее изобретение, это для восстановления донорского легкого. Это такой в виде холодильничка, да, мы с вами видим. То есть туда легкое помещается, оно там, как сказать, ну, его
ну, не замораживается, а как бы компрессия там идет, и его уже там как бы могут подмолодить, оздоровить и уже сделать пересадку. И вы знаете, в Швеции очень щепетильно подходят вот к медицинским работникам, как вот у нас в России каждые 5 лет медик он должен подтвердить свою квалификацию, да, и в Швеции это делается каждый год, то есть они каждый год подтверждают свою квалификацию, либо ты должен какое-то изобретение для науки, для человечества, да, изобрести. Так вот, за год, буквально за год профессор Стивен создал комплексное оборудование, это которое позволяет консервировать донорские органы на 48 часов. То есть до этого это было 10-12 часов, сейчас же это 2 суток. То есть за 2 суток вы можете доставить тот орган, куда нужно и кому нужно. То есть вот за это изобретение он получил Нобелевскую премию. И следующее, 4-е изобретение, ребята, это вообще колоссально. Это коктейль Natural Balance. Над ним работали 8 лет. Чувствуете разницу над оборудованием, да, вот таким вот донорского, легкого доставки, да, 48 часов, которые он получил Нобелевскую премию, он работал год, а над коктейлем 8 лет. Вот это вот меня лично очень сильно поражает. То есть здесь нужно понимать, насколько щепетильно к этому было дело, да, и как же это все происходило. То есть Стив Стен, это кардиохирург, и для того, чтобы люди, пациенты восстанавливались намного быстрее и эффективнее после операции, то есть мы знаем, операцию сделать это одно, вырезать что-то, но чтобы человек восстановился, да, это намного сложнее процесс проходит, это вот синтетическое, допустим, питание идет в вену, да, у нас вот идут капельницы, либо это кислородная маска, то есть вот таким образом, и для того, чтобы люди начали более быстрее восстанавливаться и лучше, вот такие работы и пошли с коктейлем Naturals. И наш Тикстен, добрый вечер, еще я вижу, да, пополняются у нас, молодцы ребята, наш Тикстен, они дружат с нашими основателями Йонас и Роберт Афьохник. И в основном Роберт Афьохник, он всегда любил биологию, и они с Тикстеном, конечно, что-то, вот, знаете, какие-то новые введения, да, это биология, направление, это медицина. И когда Тикстен к нему обратился, говорит, мне так и так, вот мне нужно помогать людям, вот есть вот такая задумка, но денег у меня нет. И Роберт Афьохник начали помогать ему, это было вложено десятки миллиардов евро, построен свой собственный исследовательский институт, это были разработки, да, таких масштабах. Плюс ко всему, Роберту делали операцию на сердце, после которой он с wellness'ом намного быстрее и эффективнее встал на ноги, да. И вот такая история, то есть вы понимаете, сначала через себя это все было пропущено, этот продукт был абсолютно не для продажи, а для здоровья. И когда вот вы узнаете, думаю, вот Магнус Бренстрон, да, это наш генеральный директор компании, играли в гольф с Робертом Афьохником, и Роберт его выиграл. Ну, сейчас этому человеку под 80 лет, да, и вы видели Магнуса, какой-то шкаф, какой-то сильный мужчина, да, такой статный, и он проиграл. Конечно же, он был в недоумении и спросил, в чем дело, я не понял. Так по-русски, да? А дело в том, что семья Афьохников, да, принимает вот wellness, коктейли, супчики, витаминчики, да, и вот это способствовало омоложению, оздоровлению организма. И после чего, конечно, вот семьи, да, сначала семьи, потом уже дальше это пошло и начали уже запускать это уже дальше в глубину в компанию Oriflame, потому что посчитали, что у нас красота, у нас компания несет красоту в мир, да, и пускай она будет как снаружи, так и снутри. И хотелось бы отметить еще уникальный такой момент, что ее величество королева Швеции Сильвия, да, она сотрудничает с компанией Oriflame, она была на презентации wellness продуктов,
сама употребляет, и ее придворные употребляют, да, и если кто-то может, знаете, вот у нас, когда идет реклама по телевидению, там звезды эстрады выступают, то звезду всегда можно купить, то есть все продается, то, сами понимаете, королеву Швеции ни за что не купить, она никогда не будет репутации своей использовать, да, вот. Так вот, какие же у нас продукты wellness? Это есть коктейли, это витамины для волос, это детское направление, да, это супчики, это батончики, актостантин, это омега-3 отдельно. И вот за все вот это, да, если рассказывать, понадобится, ну, на каждый продукт по отдельному вебинару. Я сейчас не буду сильно углубляться, хочу сделать небольшой акцент. Это на те коктейли, которые разрабатывались 8 лет, в чем они уникальны? В том, что здесь идут три белка, это яичный, молочный и горох. То есть для чего вообще нам белки? Белки находятся у нас в мясе, да, мы знаем, в каких вот продуктах, в рыбе, там, да, и зачем нам это все нужно? То есть если у нас в организме есть такие, так скажем, депо жиров и углеводов, да, они там складываются, от чего идет повышение веса, сахарный диабет и так далее, то белки они защищают. Но когда организм их употребляет, это хватает буквально на несколько часов, то есть организм их употребил и их больше в организме нет. Белки они необходимы для профилактики ожирения, сахарного диабета, гипертонии, остеосклероза, стенокардии, инфаркт миокарда, онкологии, хочу сказать, да, и у нас есть множество результатов, которые вы уже слышали и на себе уже испытывали, я тоже думаю, больше чем уверена, вы уже о них знаете, насколько коктейль он нужен. И он очень вкусный, детишки его любят, и с него можно всякие разные вкусняшки еще плюс ко всему готовить. Далее у нас есть мужские и женские витамины, это 21 такой пакетик, куда входят две капсулки омега-3, очень жизненно необходимые для нашего организма. Это память, это суставы, это холестерин, это абсолютно все, да, это кожа. Вот все, что касается смазки в мозгах, да, мы знаем, да, это профилактика Паркинсона, такое заболевание есть. Если же человек не употребляет омегу-3, то есть рыбий жир, организму ему просто неоткуда больше брать. Поэтому вот такой вот пакетик витаминов, а даже рекомендуется два, выпивать в течение дня. А лучше, ну, насколько я вот делаю, да, то я утром выпиваю пакетик и вечером выпиваю. Почему? Потому что один пакетик это все-таки суточная норма для шведов. У них есть свежая рыба, жирная рыба, и, конечно же, продукты не такие, как у нас. В принципе, насчет продуктов, насчет экологии, да, это отдельная тема. Мы знаем с вами, что сейчас уже нужно инвестировать в свое здоровье. И вот такие же супчики, да, это очень удобно. Здесь также идут белки, помогают, конечно, для снижения веса. Немножко отвлеклась. Смотрите, ну я тоже очень люблю вот эти вот супчики, то есть ложечку спаржевой, есть томатный, кипяточком залила, сухариков туда кинула, очень вкусно, я бываю даже домой бегу, хочу супчик, ну просто вкуснятина. И мне вот хватает на 5-6 часов, то есть если я утром знаю, что мне сегодня целый день где-то находиться, проводить презентации и так далее, я обязательно супчик этот поем, обязательно. Во всяком случае, я знаю, что мой организм на сегодня получил абсолютно все. То есть, вы знаете, да, если мы выпиваем стакан коктейля, пакетик витаминов, это вы съедаете 2 килограмма свеклы, это стакан кураги, это 750 миллилитров молока, это стакан семечек, то там тыквенные семечки, грибы, яйца, апельсины, помидоры, бананы, но мы физически просто с вами так не сможем. Мы просто физически так не сможем съесть, ну и по деньгам оно тоже в копейку выльется. Да и качественно, в принципе, оно нигде нет. Вспомните наши помидоры в магазинах. И также есть, конечно, детское направление, это витаминчики и омегушка-3. Мы с вами знаем, что за неделю, как минимум, ребенок должен съедать 400 миллиграмм рыбы. Если он съедает
это замечательно. Свежая рыба, мы понимаем с вами, да, это замечательно. А если он вообще не любит ее? А 150-200 миллиграмм нужно съедать ежедневно фруктов и овощей, да? Ну, я не знаю, может быть, у кого-то вот есть вот в полном достатке вот это всего, дай бог, но, вы знаете, вот есть такое население, у которых нет возможности каждый день покупать вот в таком вот объеме. И детишкам, конечно же, это иммунитет, это кости, это также костная система, да, это тонус и так далее, и так далее. А вот это обязательно нужно думать о детях. Если мы о себе, бывает, забываем, то о детишках нужно думать. И вот сейчас к самому интересному с вами подходим. Была такая история. Смотрите, сегодня мы с вами будем обсуждать подписку Life Plus. И как мы с ней делаем деньги, как мы с ним зарабатываем. Компания уникальная, у нас шикарный маркетинг-план. Нас очень щедро вознаграждают. Мы получаем здоровье, мы получаем молодость. Так вот, эти продукты, коктейли, витамины, супчики, детские витаминки, да, мы имеем с вами возможность приобретать первый, второй, третий и четвертый к нам достается бесплатно. Но хочу сказать, если один, два, три мы с вами покупаем, нам баллы идут, а в четвертом случае нам баллы не идут. То есть от компании выгодное предложение, это подписка Life Plus. В первом случае это твоя жизненная энергия на 100 баллов, куда входит коктейль и витамины. Так вот, сумма, цена вот такого набора 4200. Следующий шаг, хочу вам сказать, что уйдет у нас уже ниже, по 3999 рублей. Третий шаг 3999 рублей. И четвертый, как нам с вами известно, бесплатно. Он также дает 100 баллов. Кто пришел на бизнес, это мы с вами понимаем, что очень выгодно такое преимущество, да? И если быть грамотным потребителем и продолжать подписку, приобретать коктейли и витамины, ну, вы знаете, что витамины организму каждый день нужны, мы каждый день живем, дышим и питаемся, то дальше для нас компания приготовила 30% скидку. То есть вот такой набор будет выходить за 2940 рублей. То есть если вот дальше все оставшиеся пожизненно шаги вот по такой цене. В день выходит 140 рублей для полного здорового питания нашего организма. Также есть другая подписка, это твой идеальный вес, который дает нам 150 баллов. И это витамины, коктейль и суп. Коктейли, витамины, мы с вами знаем, что мы можем менять вкусы, и это тоже очень удобно. Так вот, первый шаг, который мы с вами проходим, его цена 6320 рублей, и он дает 150 баллов. А следующий это 5370, третий 5370, четвертый это бесплатно, но 150 баллов нам оставляют. А пятый и следующие шаги с 30% скидкой выходят нам за 3522 рубля. Кто-нибудь ожидал, что вот такая цена с 6000 на 3522? И вот если мы дальше продолжаем пользоваться и оздоравливаться, и молодеть, вот по такой цене нам обходится Wellness Life Plus 150 баллов. И я сейчас вам буду показывать и рассказывать, из чего же состоит вот эта вся математика. Те люди, которые любят, имеют математический склад ума, я думаю, вы просто сейчас будете радостны и вас будет всю ночь колбасить. Поэтому давайте приступим. У нас вот сейчас на данный момент вот такая вот таблица, где мы будем ее постепенно заполнять. То есть это код, это наименование, это бонус-баллы, объем покупок, цена по дисконту, то есть наша с 20% скидкой и цена каталога. Давайте перейдем. То есть вот мы видим с вами, у нас есть коктейль, есть суп и комплекс мультивитаминов и минералов. Вот коды вам тоже здесь указаны, да, знакомые всем коды. Значит, коктейльчики и супчики у нас идут по 51 баллу, а витаминки 49, то есть вот и получается 151 балл. Цена по каталогу нам известна, это 2650, 2650 и витамины 2600. То есть сумма каталожная вот этого набора у нас идет
7900 рублей. Что же происходит? Когда мы заключаем договор с компанией, мы являемся VIP-клиентами, и нам идет 20% скидка. То есть цена уменьшается. 2180 рублей. Значит, мы к оплате предоставляем уже 6320 рублей. Это мы сэкономили, нам скидочка 1580 рублей. Да? И причем мы знаем, если мы заказываем только wellness, нам доставка абсолютно бесплатная. Далее мы сейчас с вами посмотрим. У компании есть своя цена. Да? Мы же понимаем, как производитель, у них есть своя себестоимость, да, мы у них закупаем. И вот смотрите, значит, вот объем покупок, это цена компании. Цена компании. То есть коктейль у них стоит 1797 рублей. Супчик тоже 1797. И витамины 1763. А в общей сложности 5357 рублей. Это цена компании. Для чего нам это все нужно? Сейчас мы с вами разберем. Смотрите, буквально с недавнего времени мы с вами знаем, что Premier Club дополнительно нам стало еще 5%. Мы помним, что делаешь 150 баллов, тебе дополнительно 5%, да, делаешь 250 баллов, тебе еще 5% там. Сейчас же компания, ну, настолько шикарно все вот о нас заботится, все для нас. При заказе на 150 баллов вы получаете 10% скидку, то есть бонус премьер-клуба. Давайте посчитаем. И он берется от каталожной цены. То есть вот 7900 цена Life Plus на 150 баллов, да, 7900. 10% мы автоматически получаем бонус, то есть 790 рублей мы заработали. Далее. От цены компании, да, объем покупок 5357, мы заработали 3%. Это по маркетинг-плану. Мы знаем, да, когда мы выходим на первый уровень 150 баллов, по маркетинг-плану у нас дополнительные 3%, и это 160 рублей. То есть при заказе, в первом заказе Life Plus, мы с вами сразу зарабатываем 950 рублей. 950 рублей. Оплачиваем 6320 и заработали автоматом 950 рублей. А что у нас получается? Вот здесь я вот показываю вам первый шаг. Стоимость 6320, да, заработали 950 рублей. Вот внизу сейчас вот я вам буду следить, показывать. Второй шаг. Цена, значит, набора 6320. Но у нас заработанные 950 рублей, значит, к оплате у нас пошло 5370 рублей. Но мы опять же заработали 950 рублей. То есть оно все повторяется, мы же выполняем условия 150 баллов. Соответственно, в третьем шаге у нас к оплате опять 5370, и мы опять зарабатываем 950 баллов. Что происходит в четвертом шаге? А нам бесплатно, нам абсолютно бесплатно. А вот те 950 рублей, они переходят на следующий каталог. Они пока что у нас находятся в личном кабинете, они никуда не деваются. Мы это с вами все отлично знаем. И здесь главное сейчас это продолжать подписку. Потому что дальше идет все самое интересное. Смотрите, что происходит. То есть компания нам дает 30% скидку. И насчитывается она от нашей цены. Помним, да, то есть наша цена была с 20% скидкой 2120 рублей, минус 30%, да, соответственно, у нас коктейльчики уже обходятся в 1484 рубля с супом, и витамины это уже 1456 рублей, то есть вот на них уже пошла вот такая 30% скидка, и общая сумма выходит 4424 рубля. Что происходит? У нас дальше продолжается 150 баллов делаем? Делаем. Значит, скидка бонуса по премьер-клубу 790 рублей 10%. Есть такое. А вот это вот объем покупок у компании немножечко тоже снизилось. Там же тоже 30% скидка у них идет. Соответственно, здесь мы заработали с вами 112 рублей. То есть при заказе
опять же, набора, да, Life Plus, мы с вами зарабатываем 902 рубля. И что у нас происходит? То есть вот пятый шаг, да, мы помним, вообще цена у нас была изначально 6320, но сейчас у нас идет скидка, это 4424 нам набор выходит, но 950 рублей у нас перевалилось с третьего каталога, и к оплате это 3474 рубля. 902 рубля мы зарабатываем. Знаете, вот оно как-то вот незаметно, когда мы делаем заказы, мы вот видим, да, и такого как платье, скидка такая-то, но мы как-то вот не воспринимаем, что это, откуда это все пошло-то. То есть, как бы, знаете, как само разумеющееся, но здесь нужно понимать, что это мы нашими же шагами уже заработали, вот только на подписке Life Plus. Так вот, 902 рубля мы с вами заработали за пятый шаг. Мы дальше оздоравливаемся, дальше молодеем, да, красивеем и еще и зарабатываем на этом. В шестом шаге мы опять же видим, да, цена 4424, минус 902 рубля. Сейчас мы уже начали зарабатывать. К оплате 3522. То есть и соответственно опять мы же зарабатываем, а никуда оно не девается. Мы с вами сейчас видим, что оно стабильно выходит у нас на сумму 3522 рубля. То есть нам набор Life Plus 150 баллов, который изначально цена стоила 6320, я уже молчу, каталожная цена 7900, да, мы пришли на 3522. Вот откуда вот эти вот все цифры берутся. И нам нужно об этом знать. И нам нужно об этом людям рассказывать. Особенно тем партнерам, которые пришли к нам на бизнес. Все-таки математика, она делает свое дело. И если мы идем на бизнес, значит, нам нужно полную картину, да, ясную. И вот смотрите, что получается. Значит, в первом шаге у нас цена 6320 рублей. То с пятого и до бесконечности это 3520. Ежекаталожная выгода 2800. Ежекаталожная выгода это 2800 рублей. И вот сейчас я хочу вам показать, как мы в нашей команде развиваем бизнес с помощью Wellness. Вы сейчас увидели все эти расчеты. И как мы показываем это нашим людям, нашим новичкам. Конечно, вот так вот углубляться на первой презентации, как я сейчас вам показала, мы такого не делаем. Я вам показала это как профессионалам уже, да. Но вот, вот эту таблицу мы уже прямо запускаем сразу. Прямо сразу. И это вот, знаете, это такой легкий вариант, чтобы зарабатывать. Это легкий вариант. Мы знаем с вами, что каталог у нас длится 21 день, то есть 3 недели. И мы приглашаем человека, говорим ему, смотри, что происходит. Ты видишь наши результаты, ты видишь, что со мной, да? Ты меня сама спросила, почему я так красиво выгляжу, почему я такая здоровая, да, и все везде успеваю, и всегда улыбаюсь. Но это, конечно же, продукция Wellness. Но когда есть такой уникальный, такой шикарный продукт, с ними зарабатывать одно удовольствие. И мы ему говорим, вот смотри, ты сегодня пришел, у тебя есть 3 недели. И я думаю, что у каждого из нас есть как минимум 2 знакомых, 2 человека, которые нам доверяют, которые нам, к нам прислушиваются, да, которым деньги нужны, которые тоже хотят зарабатывать, и которые серьезно к этому подходят и будут с тобой идти рука об руку, да. И вот смотри, ты сам взял себе Life Plus и говоришь об этом своим двум знакомым. У тебя в общей сумме получается 450 баллов. Ты у нас уже на 6% и сразу зарабатываешь 1310 рублей. Ну конечно, 6320 рублей мы должны учитывать. Это все-таки из семьи, быть может, да, из собственного кошелька. И новички пока еще не понимают, зачем это им нужно. Поэтому мы показываем, сделав заказ, ты сразу же зарабатываешь 1310 рублей. Смотри, что происходит во второй каталог. Даже если не ты, но у твоих людей тоже 2 человека есть. Ну куда же они подевались, да? Помоги этим людям, твоим партнерам, пригласить тех двоих людей. Они возьмут также Life Plus 150 баллов,
ты у нас поднимаешься на 1050 баллов, уже на 9% и зарабатываешь автоматически 2030 рублей. И когда ты делаешь очередной заказ на wellness, тебе к оплате вот это 1310 рублей, оно минусуется, и у тебя оплата 5000. У тебя 5000, то есть ты уже оплачиваешь меньше. В третьем каталоге, при данном раскладе, да, когда ты помогаешь, объясняешь своим людям, да пригласи ты двух своих, но никто нас не ограничивает, приглашай еще сам десятерых, да, вот при данном положении у тебя получается 2250 рублей. Ты у нас на 12%, ты зарабатываешь уже 3470 рублей, и к оплате очередного заказа у тебя уже выходит, что 4290. Смотрите, насколько это выгодно вот показывать людям вот такие деньги. То есть сразу ты видишь, что вот эти заработанные 2000 с тебя минусуются. И ты уже платишь на 2000 меньше. И вот четвертый каталог, он самый интересный. Здесь сделайте акцент, что если он в начале трех каталогов, когда ты ему рассказываешь, он думает, что дальше то же самое пойдет. Нет, вот здесь-то самое интересное в четвертом каталоге. Когда при данном раскладе ты приглашаешь, твои люди приглашают также по два, то у тебя поднимается, подъем на 4650 баллов, ты у нас на 15%, ты зарабатываешь 6350 рублей и получаешь бесплатно wellness. Ты получаешь бесплатно wellness. А вот эти-то, вот помните, 3470 заработали? Заработали где они? Они в вашем личном кабинете. У вас на счету 9820 рублей. Вы заработали и еще те перевалились, у вас на счету практически 10 тысяч. И вы получаете подарков по истечению всего этого срока по стартовой программе на 12260, да? Вы получаете здесь, считайте, бесплатно набор Life Plus за 6320. Это вам, извини меня, тебе бесплатно компания дарит в подарок. Так. И давайте еще посчитаем, вот сколько ты заработал за все это время? Вот 1000, 2, 3, 6, 13160 рублей. 13 тысяч. То есть ты в сумме с подарками, с велнесом, с тем, что ты заработал, ты получил от компании на 31740 рублей. А сколько ты вложил? Сколько ты вложил, инвестировал в свое здоровье? Да? Это же инвестиция в свое здоровье, это инвестиция в свой бизнес и стартовый капитал, 15620. Ты три пакета взял Wellness Life Plus, то есть 15600. А где ты видел такой бизнес, чтобы можно было его вот начинать вот с такой вот суммы, да, стартового капитала и еще самому же скушать и оздоровиться, оздоравливаться? Угу. И мы понимаем, вот это вот все показывает. Мало того, ты еще и остаешься у нас в плюсе. То есть сосчитали то, что ты поимел, да? Вычли то, что ты вложил в свое же здоровье, ты в плюсе на 16120 рублей. Вот эти вот цифры мы показываем уже на первой презентации. И вот сейчас вот тут вот мы это уже с вами поняли, и быстро уже дальше показываем, что в пятом каталоге ты у нас уже на 22%, дорогой мой, да? Заработал ты уже как минимум 26 тысяч за 3 недели, а дальше ты, в принципе, уже и не вкладываешь свои деньги. Компания тебе платит за то, чтобы ты дальше пользовался нашей продукцией, за то, чтобы ты дальше рассказывал об этом людям, тебе платят за это. Твой заказ, в принципе, тебе уже ничего не стоит. Ты вообще вложил всего 15 тысяч в этот бизнес и сам его съел. В шестом каталоге у тебя уже 2 человека на 22%. Это твой доход уже более 40 тысяч. И мы с вами знаем, когда мы подтверждаем все вот это, да, это премия 1000, 1500 и 2000 долларов. То есть вот математика-то простая. И вот если запустить вот эту вот мысль себе в голову, да, запустить вот это все...